Все! Все, я отдохнул! Все. Я отдохнул! Так, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ты зеленый. Опа. Есть. Эй, малый, ты че? Все, я отдохнул. И следующий путь у нас будет разрушение острова. Как обычно. Так что... Я индеец. Ты... Немного подождите. Я сейчас доберусь к тебе и порешаю, ты понял? Ты не порешаешь ничего. А я... Тебе гости. Нападение! Ты что, прикалываешься? Алло, алло! Эй, алло, я... Эй, алло! Привет! Эй, алло! Ты... Привет! Эй, чтоб как тебя! Какой у тебя? Чувак, забери ее отсюда! А чё, чё? Чё она здесь вообще делает? Вон ты на острове! Уйди! Тут тебя! Уйди! Уйди! Не бей меня! Чё такое? Уйди, я тебе сказал! Зачем вы деретесь? Давайте фармите! Уйди! Чтобы я этого больше не видел! Уйди! Нет! Нет! А, нет! Чувак, и меня завалил! Нет! Предметы! Давай! Да ладно, бери уже, забирай! Иди отсюда! Иди! О! Экип, уже хорошо! Ё-моё! Что? Это... Эндерфу! Эндеркиш! Фу, что это такое было? Сходила в гости. Я просто в шоке. Вот так вот, друзья, у нас начинается продолжение выживания на островах. Сам Ярик, Фредик и Вика. Привет! Фредди умер. Я себя убил. Как? Вы не идете ко мне, тогда я иду к вам. Ничего себе, какая у него пушка. Он намутил там. Я себя убил! Как то? Кыш! Кыш! Что они творят? Я просто в шоке. Я не понимаю, что они творят. Но в любом случае, у меня есть предметы, и мне надо бегом что-то купать. Что-то выкупать, все подкупать. Так, а уйди! Ой. Вот это тема. А, не. Куда, кыш? Хотя бы меч дай забрать свой. Так. Это всё, было очень эпично. Это было очень красиво. Ай-ё! Так. И теперь, дорогие друзья, я не зря работал только что. Пахал вообще так, что пахал. Аж отобрал чуть-чуть, но ничего. Зато я весь в экипе. Готов рвать и метать вас. Ты что, забрал мой меч? Я весь в экипе. И я иду кромсать вас. Кого ты идешь кромсать? Вас иду кромсать. А почему здесь так много зомби? Кромси, кромса. Рамси. О, плохо. Плохо. Есть, вот так вот, друзья, вот так вот мы и зарабатываем. Зарабатываем гнилую плоть просто и четко. Жрём эту гнилую плоть, потому что благодаря этой гнилой плоти мы можем развиваться. Благодаря гнилой плоти, которую убивают другие, и забираю, и я бегу себе назад. Ты меня не побьешь никогда, понял? Кто? Я хоть и голенький. А, подождите, а где моя экипировка? Я не понял. Ты её, наверное, потерял? Сожглось. Дайте мне хотя бы какого-то моба, но я не знаю. О! Малыш, гнилая плоть! Плохо. Тут плохо, очень плохо. Много гнилой плоти. Плохо. Так, есть! Это... Картошечка! У меня картошечка выпала! Поняли? Это самое редкое здесь, а? Поняли? Посади картошечку. Посади картошечку? Так, а ее можно было посадить? Так, не трогай меня. Конечно. А, нет, там нужны семена. Я вот сюда, пока ты вот это вот... Так, Ничего себе! Нет! 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 Есть! Есть! Блин! Это полный кыш! Полный экип! Полный экип! Вот это я намутил! Аж самому страшно, ну честное слово! Ярик! Я буду плакать горько днями и ночами! Что ты там намутил, я все забрала! Чё, я своё всё забрал, ты забрала Ярику? Вы есть? Нет, я столько пахал для чего. Вот, уйди! Ярик? Что? Ты живой там? Я? Не, ну скажите, это было круто. Это было очень эпично и красиво, я считаю, вообще. Эпично и красиво? Это твои лазеры эти!
паршивые. Это круто, да. Не, ну серьезно, это круто. Это... А что может быть круче, чем просто круто? Вика может, такая постоянно себе... посмотрела, типа, не, не может, пойду. Может, тебе лазеры такой купить? У меня 25 гнилой плоти, я сейчас как закуплюсь! Так, как этот лазер купить? Как он называется, Фредди? Что это было так? Так, сразу мощно сильно. Эй, 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 отстаньте от меня все! Так, уйди. Блин, так, какой же фарм. Ой, 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 ой. Посмотри, капец. Они сами самоубиваются. Это просто капец. Мне тебя по-человечески жаль. Фредди, как ты поставил этот лазер? Жаль! Было бы жаль, пришел бы и вернул бы предметы. Но ты хитрый. Короче, минуточка обучения. Минуточку. Так. Заходишь там, где R2-D2, вот этот стоит робот, видишь? Лавки. Так. Покупаешь справа такой голубенький, типа платформочку голубенькую за 22 гнилой плоти. И покупаешь сам лазер сразу под ней. Видите? И да, и что? Ставишь эту голубенькую штучку на какую-то стенку. Так. Лазером кляцаешь по ним, по этой штучке. И этот лазер начинает переливаться. И ставишь в другое любое место сам лазер, и все. Так, мне надо зарабатывать еще, просто гнилую плоть, вот что надо делать. 6, мне еще нужно, да, мне нужно еще гнилую плоть. Это было, ну просто, просто капец, как круто. Это было капец, друзья. Я так к успеху шел, пацан к успеху шел, понимаете? Пацан шел к успеху. И этот пацан не дошел к успеху. Так, сейчас у кого-то будет лазер, потому что я много собирала много гнилой плоти. Я все, я уже полностью экипирован вас убивать, говорит, иду. И тут такой облом, маль-маль, облом. Что у вас? Ну что, бывает? Не бывает! Не бывает, чувак. Это не бывает. Так подловил. Ой, как подловил. Ну, хотя у самого-то ничего нету, чё я радуюсь. Вика все забрала. Ой! Сама себя убила! А где мой меч пропал? А, подожди, как он пропал? Он уже здесь. Ты чё, братик? А чё лазер мой не работает? Работает, смотри, как светится. Ой, а чё там мои вещи? Блин, мне аж что-то с правой стороны сердце заболело немножко. Самую малость. Так, идем фармить. Чё все замолчали? Есть идея, есть идея. Одна. У меня. Очень хорошая. Называется идея уничтожитель монстр. Что? Идея называется уничтожитель монстр. О. Фредик, у тебя смотри, крадут там сзади. Ты что? Я все видел. Ничего ты не видел. Нет. Ой, что тут так много этих эндеров? Ярик, покупай себе. Туда! Yes! А что ты сделал? Украл? Да. Эту штуку? Я разрушил и выбросил в лаву. Не знаю для чего. Это было не благородно, а это было подло. Но было зато. Это было, да. Благородством там даже не пахло. Это было благородно, я не взял себе. Я не взял себе, я не выгодный. Я отдал в лаве. Я сделал. Ой, что происходит? Чего они ко мне спустились? Серьезно? Что? Зачем ты это сделал? Не знаю. Так, я в любом случае лазер уничтожил, уже хорошо. Двигаемся дальше, друзья, не все так просто, вы поняли? Не все так просто, не все. Ай, не все так просто. Но ты же все равно меня не убьешь. Почему? Ой. Потому привет, что Вика! Я не победил. Вика, привет! И че? Это была картина, стоят и смотрят друг друга. Отдай мне меч. Я его завалила! Конечно, завалила, потому что я что-то стоял и думал, надо валить тебя, не надо валить. А чё вы так, ну, тратите жизнь попусту, я вот фармлю. Потому что ты хитрый, а мы не хитрые. Да. А чё вы не хитрые, где ваши войны? Смотрите, как я. Сейчас будет гранты. Куда ты там намелил попу? Плохо. Ну вот, я горю. Я сгорела. Как? Ну чё ж вы такие? Есть. Умиручие. I don't understand. Что происходит? Вы хоть бы старались. Есть. Ой, нет, так, этот лазер был плохой идеей. Почему? Потому что я тупо одна умираю. А ты его разрушь киркой, да и будет. Двигаемся дальше, ничего, двигаемся дальше.
Ах ты, он... Я потеряла все свое имущество. Ты потеряла, это я потерял все, потому что я был весь в экипе. Я шел к успеху просто нереально, но тут случилось. И оступился. Вот такое вот, друзья, вот такое вот. Оступился, потому что не к чего на Фредика. Ты что бежишь? Куда ты бежишь? Я от безысходности. Ты какая бежишь? Иди ко мне, давай будем вместе развиваться. Иди сюда. Да что такое? Я же налезу на эндеров. Какое вместе? Вы что там вообще? Вик, иди. Да, давай будем вместе развиваться. У него и так... Он и так весь полностью в экипе. Он понимаешь? Я без экипа. Не рассказывай. Я не брал экипировку. Не рассказывай. Идем, Вика, ко мне иди. Я иду к тебе. Вика забрала экипировку. Чтоб тебя, Хубира... Как собрать? Хулера, это эндермен! Хулера? Да, он меня... Давайте, зарабатывайте! Давайте, будем работать что, дальше. У меня все хорошо, мне страх. Я иду к тебе! Давай. У меня гнилой страх. Это идешь, это типа через что? Через весь мир или что? Я чуть не понял. Я иду! Ты че с собой привела их столько? Вали! Так ты радуйся. Как это? Че это вы вообще там говорили, что ли? Как это ты железным мечом? Зомби железным мечом. Не финтаси. Так, минутка развивания. Никто никого не валит. Давайте будем чуть развиваться, потому что мы так меч, ничего не сможем сделать. У меня сделать. Нет даже мечика. На дай меч хоть. На тебе хотя бы мой меч возьми, а я себе пойду куплю нормально. Возьми мой меч. Каменный меч? Да. Ты чё, меня не уважаешь? Ой, ты чё, меня чуть завалило? Это эндерман, а не я. Он меня убил. Она тебя разорит. Сейчас твой остров, да. А ты там поговори мне. Чтоб тебя! Я сейчас тебе говорю. Я вижу, как ты полсерии погибаешь просто. Кто? Ты. Я не знаю, не знаю. Вали! Чтоб тебя! Я эндера хочу в лаву скинуть. Есть! Я сумел. Иду. Так. Друзьяки, мы, конечно, балуемся, это все хорошо, но надо сейчас кое-что сделать. И я все-таки это сделаю, хоть что-нибудь. Потому прикройте меня хоть кто-нибудь. Что ты хочешь сделать? Не скажу, а ты не лезь, развиваемся давай пока. Я вообще-то эндер штуку собираю. У меня уже 3 перла и это... Что за эндер штука? Штука. Я еще не знаю, что это будет за штука. Так. А куда это ты там намейлился, я не понял. А как это, что это такое? Лазер и эта штучечка ставится, да? Как она ставится? О, ты уже лазер себе ставишь? Штучечка, а потом отдельно кляцается на ту штучечку лазером и ставит. А лазер как поставить? На штучечку поставить? Нет. Точку, чтобы типа напротив было, как-то так, понял? Как-то напротив? Ну я пытался как-то поставить напротив, но она как-то не ставит. Ты ставь вот так и просто кляцай. Она не ставится. Иди поставь ты. Да что это такое? Нет! Нет, ты что сделала? Как ты так могла? А что вы делаете? У тебя есть такие предметы, и ты вот это, так их просто вот это отдаешь мне? Да я не просто, мне просто убили. Дай мне мой юнит. Не, ну спасибо, конечно. Отдай мне меч. Да иди сюда, я сейчас... Я заработала его. Да иди отсюда, что вы такой с этим... Эндера, я вас не трогал, блин. Что ты мне дал? Как ты ставила? На, поставь ты. Ты шаришь? На, поставь. Давай я поставлю. На. На, вот это. Куда его ставить? А я пока буду валить. Давай. Ё-моё, с этим... Давай. Не, подожди, их очень много, подожди. Вик, отойди, Вик, отойди, отойди, отойди. Потому что сейчас меня завалят. Что вы там делаете? Чё? А чё вы, я не понял, что это за коллективная игра у нас такая? Дай-ка мне другую, этот синий блок дай мне. Синий? Так синий стоит с другой стороны. Синий. Синий стоит? Да, синий же вот стоит справа, видишь? Я не вижу. Ну как ты это не видишь? А, вот вижу уже, да. Ну вот. Так стоит, что и не видно даже. Давай, подмути. О, есть! А я могу пройти, он меня не убьет? Нет, она тебя убьет. Меня убьет. Только киркой разрушить нужно. Понял. Хорошо. Тогда как нам пройти? Смотри, ты хочешь мой... Смотри, мой лайфхак, как нам пройти, это вот так вот, сюда, сюда. А, ты смотри, как она все шарит. Как? Опа. А почему зомбаки не умирают? Как это не умирают? Все умирают. Умирают. Чё, куда тебе намерились, попи? Так, давай будем нагибать сейчас его. Давай! А чё не кляцается? Идите вон, какое... иди прочь.
Какое? Вика, бегом завоевать остров! Быстро! Быстро завоевать остров! Быстро, Вика, давай! Быстрей! О, какой остров у него, лакшери остров! Так, так, он сзади, сзади оббегает, сзади, сзади, сзади бежит. Ааа, вперед! Где он? О, забирай, забирай предметы, забирай. Я стою здесь. Где он? А там ничего нет! Как ничего нет? Ну что? Пустой сундук! Где он сейчас здесь появится? Вот он! Давай! Есть! Отжали, отжали, отжали остров! Чё вы там отжали? У меня ничего нету, я нищий! Какой нищий? А ну признавайся! А ну где он? Признавайся, где у тебя что здесь лежит? Ничего нету, ничего не знаю, пацаны. Ты врёшь! Я вас сейчас тапками забросаю. Куда ты побежал? Слушай, Вик, ты шаришь? Мы по-настоящему отжали только что остров у него. Да, мы реально отжали остров. Привет, настроение, я синий! Есть! Ну, у меня... Сожгли все предметы. А что, они нашли сундучок-то, а? Подожди, а у тебя есть? Не? Пока. Эй! Ярик! Что? Ой. Меня убили. Хи-ля-ля. Ага. Есть! Фу. То чувство, когда ты сохранил все свои вещи и даже не вспотел. Насчет вспотел, это я поспорила. Так, Вика, что будем делать? Я считаю, нам нужно строить план. Давай, иди ко мне, будем сейчас строить план, мега. Я тебе поставил там булочок. Я иду к тебе. Я сейчас куплю себе какой-то шлем, потому что меня сейчас убьет. Давай, иди так сюда. Как я к тебе пройду, если у тебя там лазер? Ты что меня звёшь? Так я же поставил блок специально для тебя. Это нечестно, двое на одного-то, ну. Все прекрасно, ну, честно, у тебя самый большой остров, сделаешь. Так что давай развивайся. У тебя, я так понял, там все есть. Все на мази. На мази. У тебя же все на мази, я так понимаю. Не, ничего меня не намази. Я нагибаю голову. Нет! У меня плохие дела. У меня очень плохие дела. Да? Да. Прям совсем плохие? Да. Ай! Что? Ой! Что кто наделать? Что же ты наделала? Надела платье! Так, у меня странно. Нет платья. А что у меня не сработал лазер этот вонючий? Потому что твой лазер вонючий. Ты куда Вика пришел? Вика, нет! Вика, вали его! Ё-моё! Завалил! Сейчас, предмет! Забирай его вещи! Вещи забирай! Забрал! Четырюхи этого! Есть! Так что, не все так просто. Все, на этом конец серии. Идем, подожди. Мы выигрываем конец серии. О, меч. Так, Вик, на тебе меч, Вик. А у тебя есть? На тебе нормальный, вот. Давай нормальный. Давай, все, объединяем силы, будем идти на него войной. Нет, почему их так много? Почему все на тебя напали? Ты так валят меня! Ну иди вон, прочь. Эй, что вы тут забыли? Что ты тут забыл, а? Кто? Он у тебя дома? Он у меня тут тусуется, да. Так. Что это за наглость, Фреддик-то, а? Мне надо дальше медитировать, собирать предметы. Я так понимаю, она уже пошла войной на него. Но это будет не все так просто. Надо нам так подготовиться, что когда он появляется, как бы он ни появлялся, он в любом случае будет погибать. Война! Надо найти локацию, так сказать, где он появляется, сделать там клетку. Он появляется, сидит в клетке, не может выйти. Так что это следующий план будет. Ха! Ну как сейчас вам? Я считаю, что я не зря думал столько серий. Ну и что? Что он сделает? Он не поменяет спаун. Нельзя менять. Почему это? Ну, ты же не читер, надеюсь. Бо нельзя. Кто сказал? Бо нельзя. Нельзя. Так, все. Продолжаем наш путь, так сказать. Вика, иди ко мне, или там ты не хочешь со мной быть, не знаю. Вика идет к опте. Давай ко мне и будем объединять сил. Ты там постави блоки, после себя разрушу обязательно. И будем стартовать. О, смотри, что я нашел. Бесплатные. Эй, они проходят просто мимо лазера и все. Нет, они загораются. Плохо, что вы не видите, что я вам показываю в Майнкрафте. Не надо ничего показывать, мы все прекрасно знаем, так что и мы продолжим дальше. Новые предметы, новые приключения, новые сражения. До новых встреч, друзья. Да. Я вас уничтожу. Да, конечно. Всем пока. Пока-пока.